Тесто для пирогов я делаю в хлебопечке, но можно просто все смешать и убрать в теплое место на 1,5 часа. Для теста понадобится сливочное масло, молоко, яйцо, соль, сахар, мука, дрожжи. Вот так замешивается тесто в хлебопечке. Пока тесто поднимается, обжариваем капусту, морковь и лук. Когда тесто готово, выкладываем его на стол. И нарезаем на кусочки, раскатываем. Формируем пирожки. Пирожки выкладываем на коврик для выпекания. Перед выпечкой смазываем пирожки яйцом. Как только пироги подрумянятся, достаем их из духовки и смазываем сливочным маслом. Вот такие пирожки у меня получились. И, конечно, пирожок в разрезе.